В Екатеринбурге состоялось окружное совещание, посвященное реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На нем обсуждались инициативы по внедрению региональных мер поддержки экспортеров из Уральского федерального округа. Надо ведь иметь в виду, что российский экспортный центр не стоит на месте. Каждый, практически временной промежуток, там каждый квартал появляются новые формы поддержки, возможности, рекомендации. Я считаю, что это очень правильное мероприятие на очень правильной площадке. Экспортный центр провел окружное совещание, совместив его с проведением выставки «Иннопром». На мероприятии оценили достигнутые результаты национального проекта и выделили ключевые направления для развития экспорта в регионах округа до 2030 года. В диалоге также участвовали представители Министерства экономики, промышленности и сельского хозяйства. Сегодня в Свердловской области функционируют 2700 экспортеров, а продукция из Урала поставляется более чем в 100 стран мира. Также в рамках окружного совещания прошла сессия «Драйверы развития ННЭ регионов УФО» и встреча с предпринимателями, где рассмотрели поддержку и актуальные аспекты экспортной деятельности. Оба мероприятия проходили в формате «Вопрос-ответ». Также состоялась сессия с участием руководителей центров поддержки экспорта. Мы сейчас активно с коллегами не просто обсуждаем, а уже на этапе, скажем так, пилота будем обсуждать в том числе региональные меры, на которые регионы могут рассчитывать именно с финансирования. Будет зависеть как раз от коллег, от их, вовлечения, от того, как их бизнес видит ту или иную поддержку, какая для них в приоритете.